Так. Запустил на Берлин, пацаны. Сейчас должно быть все в порядке. Если сейчас опять оно упадет в ноль, то все, короче. Так, сейчас вот это вот минуту 50 удалю, секундочку. До этого была Польша, сейчас запустил на Берлин. Если не пойдет, то хз, что делать. Притом у меня интернет нормальный, вполне себе, как бы. Хуй пойми, короче. До этого ни одного проседа не было, ни одного просто за весь стрим. Я зашел, почекал, на других стримах все в порядке у людей. И поэтому я, честно говоря, вообще не понял прикола. Ну да ладно, главное, что сейчас все в порядке. Если оно сейчас через минуту опять дропнется в ноль, на Берлине даже, то я просто, ну, типа, уже все, завтра постримим. Все, сейчас вроде все в порядке. Хз. Хз. Надеюсь, все нормально. Так. Блин, смотри, сколько народу здесь в этом рое. Просто миллион чуваков. Блин, нужно реально вот это вот кровати скелетов поставить. Это имба невероятная. Так, давайте, может, что-то я скину этому чуваку. Сколько у него денег? 20к. Ебать, у него просто... А у них у всех, что ли, у всего роя вот такие вот... Это дешевые протезы. Блять, чё, протезы за 600 просто, смотрите. Нормальные цены на протезы в натуре. Так, меч за 7000. Угу. Части роботов 2800. Ебать, у них просто миллиарды протезов. Так, ну ладно, основную часть я там скинул. 60 тысяч у меня есть. Но я думаю, нет смысла за этого перса бежать к деду. Мы уже за всех потом побежим. Я думаю, лучше сразу сквин гнать просто и все. И там остатки продать по дороге в городах. Ноль зрилов. Да похуй, блядь, сколько зрилов. Хоть минус 5. Главное, чтобы стрим нормально работал и все. Сколько там зрилов, меня вообще не интересует. Главное, чтобы все работало нормально, и все. Остальное поебать вообще. Ёбаная площадка. Ой, чел, блядь. Я не знаю, смотрел ли ты хоть раз в жизни мои стримы на Ютубе, но на Твиче за 2 месяца у меня какие-то проблемы 2 раза, блядь. Чтоб ты понимал, когда я стримил на Ютубе, у меня каждый стрим, блядь, все дропалось, нахуй. Каждый стрим я по 5 раз, нахуй, перезагружал. Поэтому гнать на Twitch, ну, вообще в этом нет смысла никакого. Настолько помоечно было на Ютубе, чтобы запустить стрим, то нужно миллиарды каких-то махинаций сделать. Все лагает, нахуй. Все сыпется, блядь, в 30 тысяч битрейта. Нет, спасибо, нахуй. Нет, спасибо. Надеюсь, мне никогда больше в жизни не придется стримить на Ютубе. Это ад просто. Я, ну, настолько привык уже за 2 месяца к Твичу. Боевые искусства 50+, будут новые приемы. Серьезно? Оу. Оу. Ну, 50+, это у меня уже сейчас есть, кстати, по идее. Ну, если брать еще шмоточные. Будет вертушка. Ебать. Ну, ждем, ждем. Самое обидное, что запись на 2 поделилась. Но я ничего не мог с этим сделать. Я, короче, понял алгоритм работы этой. Если я нажимаю «Остановить трансляцию», то оно автоматически как бы запись срезает. Поэтому надо не останавливать трансляцию, а просто, типа, Alt F4 нажимать, чтобы выходило из OBS, и тогда там будет эта вот картинка, короче. Ну вот на Берлине нормально работает. Это что-то с Польшей что-то, видимо. Видимо, что-то с Польшей было. Потому что я буквально запускаю стрим, и у меня в ноль битрейт уходит. Это какая-то, мне кажется, с Польшей тема, короче. Ну ладно, пока буду на Берлине сидеть, окей. Но в Польше у меня меньше всего пинг.
Ладно, главное, что сейчас все работает и хорошо. Давайте в этот улей по дороге забежим. Так. Сейчас тут тоже в магазе остальные темы скину. А у них нету магаза, что ли? Ага, есть. Ебать, движ, посмотрите, посмотрите, миллиарды челов. Миллиарды просто. Блин, рой прикольно. А можно начать за рой, знаете, создать? Не, в следующий раз, когда я буду играть, я по-любому выберу себе банду роботов. Я просто представляю, насколько это сильная имба, банда роботов. Так, 80 тысяч у меня уже есть. Мы уже рядом со Сквином. Самое главное, книжки принести. Это не конец. Не, я еще по-любому буду играть в Кенши, 100%. Но нужно будет придумать какую-то интересную историю. Сейчас меня держит история моего персонажа очень сильно. То есть его цель, его приключения. То есть там на меня напали людоеды, я чуть не сдох. Хочется им отомстить. И все вот эти вот приколы, понимаете? Они меня как бы держат. Вот. Но что будет дальше? Что меня будет держать, когда у меня будет банда роботов? Надо подумать. Типа, в чем прикол будет моей банды роботов, скажем так? Блин, кстати, у этого мастера доспехов точно броня обновляется? Потому что я прибегаю к нему через 3 дня, у него те же самые предметы. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Королеву Роя можно найти? Думаю, да. Почему нет? Можно самому стать королевой Роя. Я думаю, при очень остром желании я могу стать королевой Роей. Так, 25 тысяч. Бац. Бац-бац-бац-бац. Все, 8К, 97 тысяч у нас. 97 тысяч. Это еще не все. Это я только с одного персонажа продался. А, блядь, у нас там дом. Тин-тин-тин. Так, Уилла Пэнкс. Все, супер-ультра дохуя книжечек. И заходим за Куилла Пэнкс, нажимаем тех уровень 5. Так, дальше хочу что-то, что без древних книг прокачивается. Походу, такого больше не будет уже. Бля, походу, чуваки, походу я все самое обычное уже прокачал, потому что здесь везде уже требуется... А вот, улучшенная обработка камня, железные листы. О, робототехника. Уплачено. Не знаю, что это значит. Качаю. Скелетные ноги роев. Вот как-то так. Здесь требуются древние научные книги. Производство гашиша. Инженерные исследования нужны для этого. Емкость батарей. Просто книжки. Система отрубления конечностей. Но плохо, что нет отрубления головы. Такой играш. И тебе вместо руки шик и голову отрубили. И все. Шик, блядь. Так, все уже восстановились. Так что сейчас мы возвращаемся и идем к королю доспехов. Я думаю, уже можно идти за этих персонажей. Чё я буду париться, правильно? Так, делаем демонтаж. 1, 3, 4. Выделяем всех. И хуярим вот сюда. Так, и ты, братишка, соответственно, тоже хуяришь вот сюда. Все, встретимся там. Здесь мужон душный, а мне нравится. Мне прикольно. Че тебе включить там? Лофи хип-хоп могу еще. Но этот музон подходит под атмосферу игровую. История 6 скелетов-самураев, которые отвергнули власти закон. Все, чем они живут, уничтожить всех лордов и представителей власти, которые гнобили... Неплохо. Неплохо. Восстание машин, ебать. Еще и название какое. Так, все, я забил.
Все, кто играют в Кенши, я забил себе восстание машин. 6 скелетов, которые собираются уничтожить человечество. Все. Кто будет так играть, это я придумал, мне похуй. Это мы придумали. Ну, уже все. Рубрика «Интересный факт про Роя». Они всегда подчиняются королеве, но некоторые... Блин, ну слишком быстро чат летит, я не успеваю читать. Отправь в донате. Я уже жду, когда вот у меня после дропа там спало 500 зрителей, я уже жду, когда придет какой-то челик, который смотрел меня на ютубе и напишет что-то типа: вот, а на ютубе у тебя было онлайн 1000. Да, конечно. Да, ну, что сказать. Перешел? Лох. Ой. Так. Ой. Ну, многие, кстати, не понимают, что на Твиче онлайн и на Ютубе это немножко разные вещи. Можно смело, наверное, 50% убирать спокойно. То есть, ну, например, 500 стабильных зрителей на Твиче — это лучше, чем 1000 стабильных зрителей на Ютубе. Я без шуток говорю, абсолютно. С точки зрения всего просто. На Твиче труднее заработать онлайн. Намного, намного труднее, да. Да. Ну, мне повезло, типа, как мне кажется. Потому что люди, которые переходили за мной с Ютуба на Твич, они супер какие-то лояльные. Обычно, ну... Я просто представляю себя, если бы я смотрел только стримы на Ютубе, и мне какой-то челик начал задвигать, что он куда-то ливает, ну, я бы, скорее всего, хуй положил просто. А в итоге получилось так, что я, ну, за 2 месяца набрал стабильный онлайн больше, чем у меня был на Ютубе. Так, вся наша банда уже тут, да? Так, ждем мрачного. Без него как-то скучно. Переманил нас. Не, ну уже и много новых людей появилось, как бы. И я, как вам объяснить? Я понимаю, что много новых людей появилось, потому что много новых людей подписываются на YouTube. А старые люди и так были подписаны на YouTube. То есть, соответственно, это люди с Твича переходят на мой YouTube, чтобы смотреть нарезки. Поэтому... балдеж. Вот как-то так. Все без крика. Вот, а на Ютубе у тебя был онлайн 1000. Вот. Да. Много новых появилось, потому что старых было немало. Нет, я не спорю. Я уже много раз говорил, что если бы... ну, как объяснить? Короче, онлайн и зрители прибавляют онлайн и зрителей. Чем больше у тебя зрителей, тем больше у тебя зрителей будет. Как бы это ни банально, но это так. Просто тебя легче заметить, и все. Это так и работает. Как бы, когда я стримлю там какую-то атаку титанов, там 2300 человек, я просто там топ-3 в джаз-чатинге, и в итоге просто много новых людей приходит, и все. Все очень-очень просто. Блять, что со мной? Не могу прочитать нормально. Спасибо тебе, Толян, давно хотел поиграть в Кенши, но боялся высокого порога вхождения. Типа, если я начал играть, то все, да? Порог вхождения падает нахуй в 40 раз просто. Боялся высокого порога вхождения, но раз ты смог поиграть, то в принципе решил, что я тоже справлюсь, как бы. На первых стримах разобрался в начальных деталях вместе с тобой, а сейчас сижу и думаю, балдею про Инну в поисках книжек. Здоровья тебе и успехов. Спасибо огромное. И тебе здоровья и успехов, братан. Спасибо большое. Есть магия или моды на магию? Да, здесь моды можно все что угодно сделать, мне кажется. Эта игра очень открыта. Здесь сообщество пилит моды по КД просто.
Включи саундтрек из Обливиона, плиз. Но это будет странно. Может, со Скайрим включить? Будем по реке плыть, там это... Песни Давакина слушать. Ты же хотел лор игры изучать. Так я ее изучаю по возможности. Если нахожу какие-то интересные записки или персонажи, я все читаю так или иначе. Кеншхиро под мод заточенная. Ну, если ставить моды, блядь, на, не знаю, на Наруто, нахуй, то, наверное, да. Но в целом нормально, если устанавливать моды, которые следуют канону, или, по крайней мере, не ломают баланс, то, я думаю, можно вполне себе спокойно играть. Но если вы из тех людей, которые там в первую секунду, впервые запустив игру, ставите 500 модов на Rasengan, блядь, то да, наверное... Наверное, не очень заточено. Так, поехали, значит. Блин, чел, у тебя всего 25 тысяч? О, тут появились пыльники какие-то. Ебать, тут новая броня появилась. О! Кайф, плюс одни латы есть. Так, давайте сначала продадим вот это все. Так, кому бы взять латы? Наверное, все-таки... О, боты самурая качественные. Кайф. Давайте крошки Эрфабу. Потому что у него вообще голимые ботинки. Торговцы это не по карману. Хорошо, а если так? Так, все. И вот так. Все, полный самурайчик. Готово. Пыльники, что они? Боевые искусства повышают. О, нихуя себе! Ничего себе! Ебать, плюс защита в ближнем бою и плюс боевые искусства. Боевые искусства плюс 6. Урон от атак, скрытность. Ебать. Все, погнали нахуй. Продаем это говно. Покупаем пыльничек, ебать. Сколько было зрителей в Uncharted'е на Твиче? Да столько же, блядь. Не, ну Uncharted у меня вообще не смотрели. Не знаю почему. Но интересная игра была. 5, может, было бы. Хуй его знает. Да блин, вообще очень странно. Я ожидал, что Кенши, ну, не будут смотреть на протяжении 6 стримов 1400 человек, но смотрят. А, например, когда я запускаю что-то, что там, например, корсары, думаю, типа, вот, блядь, корсары точно, там, имба. Но в итоге задушило. Короче, не знаю, как это работает. Как мне кажется, 900, не, ну сейчас, да, там, во-первых, крашнуло. На первом стриме было 2500, там, 2300. Давайте тогда среднее вычитать просто и все. Не суть. Ну, смысл вы поняли, что я имел в виду. Так, плюс 4 боевые искусства. Не, ну это по-любому лучше будет. Это по-любому будет лучше. Так, штаны. Штаны. Есть вот эти штаны, которые дают плюс 4 боевые искусства. Других штанов я и не вижу здесь на самом-то деле. О, доспех самурая особый. А тут доспех самурая мастерский. И тут тоже особый. Ну, нормал. Так. Там мастерский пыльник был. А я какой купил? Я купил не мастерский. Что? Не понял, почему я купил не мастерский? Я что, дурачок? Все, у Бипа мастерский пыльник, ребята, он крутой теперь. Так, дальше. Дальше. 85 тысяч, вот это все скидываем. Угу. Так, у кого у нас еще хуевая рубашка? Вот у гиганта Ани вообще какая-то ржавая кольчуга вместо нормальной рубашки. Вот, ворониная кольчужная рубашка, 60к стоит, пиздец, чё? Это можно себе взять, она нормальная, живот 100%, сопротивление разрезу. Там охуенная набипа есть, чекни. Ага, кольчуга улья.
Ну как это охуенно? Снижает ловкость, снижает увороты. Но не очень сильно. Но зато дает сильное сопротивление. Сопротивление разрезу. Не, у него дебафы. Я хочу, чтобы он прям жестко хуярил. Так, смотрите, беру вороненую кольчужную. За 60 тысяч, блядь, беру, чтобы вы понимали. Так, это продаю. Сниджу. Надеваю вороненую кольчужную. Гиганту Ани. Надеваю... Одеваю кожаную водолазку. Так, 48 тысяч остается. И в целом у всех... Вот единственное, штаны, блядь. Что с штанами делать, я не понимаю. Может купить самурайские штаны? Они не будут давать плюс 4 к боевым искусствам, но зато они будут давать нормальное покрытие, и они как бы легкий доспех. И никаких дебафов они не дают, но дают сопротивление. Лучше латы тогда. Почему латы? Тут нет латных. Там вот эти штаны дают всего лишь 4 к боевым искусствам. Но при этом сопротивление разрезу и дробящему лучше тут. Он же мастер искусств, ну его. Нахуй ему латы? Это не латы, блядь, это легкие доспехи. Плюс 4 это много. Ну ладно, хорошо, тогда пускай сражаются, пускай так оставим. Ну все, у нас все в самурайской броне. Вот латов еще нету, конечно, но в целом мы сильные. Мы крутые, блядь. Можно пойти попытаться похуярить людоедов в подозрительной лабе. Так, давайте сначала выйдем сюда куда-то. Ладно, выплыть надо просто полноценно. Так. Мрачным похуй на дне, да. Вип не усилился в защите. Он сейчас, блядь, разъебет всех. Потом мы еще ему руки-ноги купим, когда шелушильню найдем. И будет вообще жестко, думаю. Блин, блядь, ну дебафы у Сниджа, конечно, пиздец. А, это у гиганта Ани. Минус 14 к атаке. А почему у Сниджа минус 10? Что у гиганта Ани такого, чего нет у Сниджа? Общий бонус снаряжения минус 14. А у Сниджа минус 10. Типа у него более качественные шмотки. Ну ладно, главное, что они жить будут нормально. Поэтому все в порядке, я думаю. У ворот минус, но это не страшно. Вот, боевые искусства плюс 10. То есть у него уже 62 боевые искусства у мрачного. 62. А у Бипа 38 плюс 8. То есть мрачный уже может сейчас сальтухи крутить, по идее. (52) 52. А, там сразу считается, да? Ну ладно, хорошо. Хорошо. 52 это тебе уже посчитали. Ну все. О, до 5 уровня можно изучить. Этот самый стол исследовательский. Что для этого требуется? 5 железных листов. Лол, ультра изи. Оп. Хуярь. Все, нормально. 5 уровня исследовательский стол, это кайф. Так, давайте попробуем вернуться к людоедам. Ну их там дохуя, если чё. Но пятером мы будем нормально. Блин, бип просто иногда вкидывает бип. Я вот сейчас заметил. Когда будем грабить караван и мочить святую нацию? Но если я увижу какой-то караван, я готов. Или святую нацию. Но пока по дороге никого, понимаешь? Можно, конечно, в пустыню побежать. Чтобы их чисто, знаешь, находить, как бы, но я не уверен, что это нормальная тема будет. Блин, надо сфоткаться, кстати. Я же превьюшку следующую буду делать. Давайте самураи.
по центру. Да, блядь! Ошибка. Оу, щит. Так. Кайф. Полный состав руки Сниджа, ребята. Так, все фуловые. Но там много людоедов. Там нужно быть осторожным в любом случае. Что-то я поздновато кофе пью, если честно. Хуй засну сегодня. Там, по идее, у работяг все норм. Да вроде да. Есть. Все норм. Даже у скелета есть еда. Даже у скелета. Опа! Чувачки! Стоять нахуй. Кто вы? Верещащие бандиты. О, они жесткие. Подожди, а чё они такие жесткие? Они что, верещат? Я вспомнил, кто это! Ха! Бля, я скучал, мужики. Давайте по одному, нахуй. Так. Это же эти голые челы. Ебать, это он голый. Столько живет, прикиньте. Бля, жесткая. Так, с кем они тут дерутся? С людоедами. Но я вписываюсь. Так. Ну слушай, неплохо. Так, ну я влетаю нахуй на всех просто. Поехали. Без разбора. Пиздец, вот это армия. Даже бип хуярится, смотрите. Причем довольно неплохо. Уворачивается и вейдит. Хороши. 82 уебал, смотрите. Мне кажется, бип в пыльнике стал более уверен в себе, скажем так. На! Смотри. Пыльник дает о себе знать. Так или иначе. Так, ну у меня миллиарды атлетики. Куда ты бежишь? Рука улетела, соболезную. Так, вон там еще целая банда. Охуенно. Они без брони, но при этом они как бы сильными статами. По идее, на них можно хорошо качаться, я думаю. Так, ну у нас все в порядке, кстати. То есть даже после такого замеса у нас все в порядке. Так, давайте на вот эту банду голых нападем. Так, сейчас я их догоню. Во-во-во, вот. А где мы? Так, встречаемся. Бля, вот сейчас будет жесткий замес, кстати. Скорее всего, против такого движа может быть непросто. Так, ну если чё, главное быть осторожными. Погнали. Каждый выбирает себе цель, валит по масухе. Не забывайте уворачиваться, и все будет нормально. Так. Не, катаны, смотрите, катаны Снидж хуярит нормально. Жесть. Так, бип. Увороты, удары. Эвейди, бро, эвейди. Это твои клиенты, конечно. Так, гигантаня. 77, отлично. Ну все. Рука Сниджа показывает, ребята.
Мне кажется, у нас большое будущее. Но Бипа накоцали сильно. Бипа прям сильно накоцали. Может, пойдешь в возрождение слишком много типов. Типа, это не так просто будет. Так, ну-ка, что там у мрачного? Боевое искусство 42, у Бипа 31. Угу. Ну вот у Бипа правая нога покоцана. Так, а шина там есть у меня у кого-то? Вот, есть шина у Бипа. Вот смотрите, я скидываю Бипу, значит, вот так вот, правой кнопкой наложить шину. И что, он теперь будет нормально бегать? Нихуя, он все равно хромает. То есть, возможно, навыков недостаточно. Срочно протезы нужны. Да, да, нужно найти реально эту шелушильню. Потому что это вообще никуда не годится. Так, в любом случае, мне нужно здесь наверх на гору, так или иначе. Сейчас мы будем медленно бежать, потому что Бип покоцанный. Но мы справляемся даже с большими отрядами, по большому счету. Ну, конечно, это не сравнится, сколько там людоедов. То есть с людоедами не так просто будет справиться, плюс у них еще оружие есть. Так, вот мы на горе. Вот это место, чуваки, проклятое нахуй. Так, на нас уже бежит банда верещащих бандитов. Но я думаю, мы их разъебем. Нас по факту только уби по проблеме. Ну, давайте, суки. Так, слежу за Сниджем. Я просто хочу проверить, как он с катаной вообще. Нормально. 59. Ну, катана просто намного быстрее бьет, видите? То есть прям по КД удары проходят. Так, еще верещащий, но нам похуй. Даже Бип не упал, кстати. А ну-ка. Влетает раз на раз. 85. 70. Эвейди. Блять, не заэвейдил. Но нормально, все окей. Так, остальные челы. Все ложатся. Ну, мы чисто расхуяриваем всех верещащих. Там некоторые пытаются уползти, но нам похуй. Нам просто плевать. Все, регеним себя. Командная работа на невероятном уровне, как бы. Так, сейчас нам по-любому... Я думаю, где-то рядом с мостом, вот здесь вот, стоит сделать базу. Потому что я уверен, что... Учитывая то, какое там количество людоедов... Это может закончиться далеко не одним походом, как бы. Потому что там их реально миллионы. Странный дом людоедов. А, сраный. Блять, он вспомнил. Он тебя ловит и сажает в одну из своих треклятых клеток на ужин. Но нас так и не посадили на ужин. Но то, что он вспомнил об этом доме людоедов, это прикольно. Так, давайте здесь по красоте раскинем все. Так, у кого еще один спальник затесался? Да ты же сделан из ебаного металла. Чё? Это он кому говорит? Роботу? Многие существа едят людей. Пауки, клювастые твари, волки. Так. Это он говорит мрачному жирику, что ли? Да за что? Блин, я пропустил диалог, видимо. Печально. Ой, замолчи. Понимаю. А роев людоеды тоже едят? Спрашивает мистер Бип. Почти уверен, что да. Кстати, интересно, роев людоеды едят или нет? Ящерицы, гориллы, туманники. Тебе же это нравится, да? Несут людей, смотрите. Кстати, тех, кого я расхуярил. Так, нужно восстановиться. Нужно восстановиться перед боем. Я вот сейчас бы подождал бы ночь и днем пошел бы на них. Как раз уже скоро. Все полностью будут готовы. Бля, как атмосферно, пиздец. Хочу еще одну фотку сделать. Thank you.
Так, давайте на фоне... На фоне боли. Там хавают кого-то сейчас, кстати. Так, все, ждем утра. Но это реально жесткая база. Very жесткая. И написал тебе на почту с коммерческим предложением. Можешь посмотреть. Могу. Так, открываем почту. Если ты Алексей Якуба, то я не ответил, потому что я не рекламирую канал на Ютубе. Если ты Анастасия из Air Media, то у меня уже есть партнерская сеть. Если ты Ubisoft... Так, это... Это не то. Если ты Movavi Company, то мне не нравится то, что ты предлагаешь. Так, если ты Надежда Филиппова, то я не работаю по ЦПА. Екатерина... Бля, чел. Я думаю, я ответил тебе, надеюсь. Так. Тин-тин-тин. А че у Бипа? Видите, у него какое-то двойное лечение. Это, наверное, из-за шины вот этой вот. Быстрее заживляется, походу. Продай медь. Да ночь же на дворе. Сейчас продам как раз вот. Бля, там их очень много, чуваки. Это будет пиздец замес. Самое главное, забирать у них оружие после того, как убил кого-то. Потому что вы помните, в прошлый раз в чем была проблема. Но в прошлый раз я был здесь один. А сейчас здесь в полном составе рука. Поэтому я думаю, у нас есть шанс. Ну, обязан быть, по крайней мере. Бля, сколько еще балдеть планируешь? Посмотрим. Не супер долго. Но с людоедами надо разобраться по-любому. Чекайте, всех сожрут. Ну, посмотрим. Посмотрим. Если что, главное, чтобы они все довольно сильно, они могут поднять друг друга. Поэтому в этом плане все должно быть в порядке. Бип довольно быстро восстанавливается, кстати, из-за шины, походу. Так что здорово. Просто аптечки скидывай. Но можно скидывать и оружие, и аптечки, как минимум. Толян, что если базу здесь на горе? Вот тут вот? Но здесь есть хоть какие-то ресурсы? Железо только и все. Должно быть все нормально. Должно быть вода, ну типа, должно быть нормально. Здесь только железо, что-то база железа будет. Так, давайте. Во сколько там магазин? Где-то в 6 открываются, да? Сейчас продадим всю медь. Охуеть, сколько у нас меди? Миллиард? Я медиак просто, я вам серьезно говорю. Я на меди сколотил... Сколько, бля, я на меди заработал? 1200 уже, наверное. Ну, серьезно. А если еще научиться их переделывать в медные листы, как чел говорил... Надо будет научиться, реально. Да стой, блядь. Реально, если научусь их еще в медные листы перерабатывать, прикиньте, как балдежно будет. Изучи медные листы на станке. Да, подожди ты, у меня бой с людоедами, блядь. Потом изучу. Чекни карту, плиз, у меня к тебе коммерческое предложение. Блин, вообще, насчет яиц, это очень прикольно. Бля, нихуя у меня меди, я просто медяк. Жесть, пиздец, я просто медный барон, нахуй. Это вообще невероятно.
Это вообще невероятно. Я просто медный барон, нахуй. Так, что тут еще? Книжки. Возьму. Хавчик возьму. Блин, они, наверное, даже не догадываются, что я самый богатый в этом городе. Они думают, бегает какая-то хуйлопанка с рюкзаком, блядь. Сотни лет туда-сюда. Но они даже не догадываются, что я здесь босс. Блядь, на банду напали. Кто? Опа. Так, просыпаемся, ребята. Тут, блядь, Робокоп нас преследует. Так, а ну-ка. Людоеды против Робокопа. Так, все, в принципе, в норме. Так, пока что... Хуйлопанка, занимайся изучением. Остальную медь потом продашь. У нас тут... Так, сколько там еще этой меди? 100 здесь, здесь 35. Ну, еще пока нормально. Еще пока пускай мутит. Так. Фух, ну что, погнали. Бой с первой пачкой людоедов. Проверяем, на что они способны против нас и большой банды. Так, сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Погнали. Против первой восьмерки. Так. Нормал. Так, ультра-изи. Стоп. Никого здесь не отпускать. Всех нужно добить. Потом с роботом похуяритесь, не переживайте. Так, пускай они идут к нам. Добивайте, чтобы они их не могли полечить. Так. И что происходит? Ой-ой-ой, а это кто? Берсерки? What the fuck? Чё? Чё за берсерки? И почему они меня атакуют? Так, пацаны, блядь, по коням нахуй. До свидания, блядь. Так. Чё за берсерки? Ладно, давайте, блядь, берсерки. Но я вообще с шеками не хотел драться. Но если хотите, то го, похуй. Пфф, смотри, что творят, блядь. Пиздец. Так. Пошел. А не, ну все, мы сильны. Биб победил. Ха-ха-ха, Биб. Хабиб. Хм. Так, куда он дальше бежит? Понял. Так. У робота там осталось что-то? Нет, робота снесли. Блядь, это вообще, это место для кача просто идеальное. Но мы их разнесли вообще без проблем. Покосался Биб немножко. И в целом крошка Эрфаб живот немножко разнес себе. Но так, в целом, все нормально. Учитывая то, что здесь еще какие-то берсерки прибежали, то более чем нормально. Но это еще не финальная база. На финальной базе их намного больше. Намного больше. То есть, ну прям, значительно больше. Так, пускай чуть-чуть еще чилят. Меня еще дождь бесит немножко, если честно. Так, я просто хочу медь продать, чтобы она уже, ну, не бесила меня, скажем так. Мне это не по карману, а что там ты не купить не можешь? Простую аптечку за 70 катов, бля, чел. Я врачу миллионами, нахуй, мне поебать вообще, что ты мне аптечку не можешь купить. Дуралейкин. Этот прилавок у меня для прикрытия, нахуй. Вот это вот две аптечки я здесь продаю просто для прикрытия. На самом деле я медный барон, блядь, который продает миллиарды меди на сотни тысяч катов. Он думает, вот, купили дом, сидят себе здесь, торгуют аптечками. Я миллионер, блядь. Так.
Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так. Давайте вот сюда. Бля, как мне кайфово, пиздец. Вы бы знали, как мне кайфово. Блин, очень редко. Вот меня может увлечь игра настолько, что я вот уже шестой стрим играю. Шестой стрим. И до сих пор кайфую. Вот так же с зомбоидом было. Так, 78к. Но я говорю, уже один максимум сбежать из тюрьмы. Чем меня бьют, я не понимаю. Может, ты перестанешь меня бить, чувак? А чем меня бьет? Что происходит вообще? Тебя жрут. Так. Угу. Ну что ж, все пошло пиздец не по плану, чуваки. Блять, как так вышло-то? Почему мне не написала игра, что меня, блять, забрали? Пиздец, у меня уже руку схавали, да? Я бегу, бип. Я вообще ожидал, сука, другого. Как так получилось? Ебанись, блядь. Ну их там миллион. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Так, живи, бип. Пиздец. Минус 37 рука, он уже без сознания. Надо сразу подниматься на верхний этаж. А что с крошкой Airfab? Так, крошка Airfab, пытайся взломать замок. Короче, похуй. Бежим на верхний этаж. Бипа. Грудь минус 30. Крошка РФА. Освободиться. Сбежать. Кандалов нету. Так. Бип без сознания. Но остальные вроде в порядке. Ебать, вот сейчас будет замес, нахуй. Так, крошка РФА, давай сзади обходи. Ебашьте, родные. Блять, все пошло настолько сильно не по плану, что я супер охуел, если честно.
Так, бипа вроде не хавают. Не, в целом все в порядке. Мы сильны. Бля, я так охуел, чуваки, вы бы знали. Видели, он с ноги отбил ему ногу, бля, жесть. Ублюдки, блядь. Я просто продавал медь. Я, охуеть, я просто продавал медь. Пиздец. Ненавижу кровь. Бля, хорошо, что Бип выжил, пиздец. Я настолько сильно обосрался только что, вы бы знали, чуваки. Так, нужно быстро идти ему помогать. Но мы сильны, мы реально сильны. Так, давайте вскрываем замок. Может как-то освободить его, нет? И чё ты хочешь, блядь? Дурак, что ли? Я не понимаю, ты можешь его как-то взять, типа... Да не надо, блядь, заходить в клетку. Они идут за мной. Нет, оставь меня. Ты чё, прикалываешься? Ты типа троллишь? Вот как-то так. Всё без криков и драк. Так, всё. Всё в порядке. Ты говоришь, что в Кенши 6 стримы тебе кайфово. А я помню, ты как-то в одну игру играл, и тебе было кайфово играть в нее 6 лет. Ну... Будет ли такое когда-нибудь еще? Я бы не сказал, что мне кайфово. Но сейчас мы поговорим об этом, секунду. Так, ну мы спаслись, все нормально. Че у них тут есть-то хотя бы? Не зря бежали? В тот день Бип издал свой последний возглас. В последний раз вдохнул 9 катов. Свободы. Пока дикари рвали его по частям, оставшаяся рука Смиджа бежала к нему на помощь, не понимая, жив он до сих пор или уже переваривается в желудках у разукрашенных тварей. Все, что они знали, все, что они слышали, это лишь умирающие возгласы. Блин, он реально орал Бип. Спасибо большое за 100 рублей. Насчет Варбанда, я бы не сказал, что я 6 лет в него с кайфом играл. Просто был такой период, когда у меня ничего кроме Варбанда не смотрели. И поэтому, ну, мне приходилось с него играть, чтобы как-то держаться на плаву. Сейчас другая ситуация. Я могу играть плюс-минус то, что хочу. Так. Плюс 31% атлетика. Ну и нахуй. Ну, продам, чё. Так. В любом случае, деньги. Деньги, деньги, деньги. Так, водолазка. Короче, то, что я понял точно, это то, что когда челы спят, нужно следить за ними. Потому что их могут просто своровать, и игра мне при этом не показывает. Ебать, еще одна нога разведчика. Неплохо. Боты самурая. О, кстати. Кстати, гигантаня. Поздравляю с обновочкой. Так, сейф. Быстрые ноги. Так, а они разве будут быстрее бить? Нихуя себе. Подожди, у кого-то, по-моему, еще не было латов, да? Да, как раз ласт латы для гиганта Ани. Ой, супер. Так, что еще тут у нас? Ебать, нормальные цены за эти два топера. Кольчуга 25 тысяч. Нихуя себе. Так, что там? У крошки Эрфаба что за кольчуга? За 9к. Так, здесь есть вороненая кольчуга. И вороненая кольчужная рубаха. Все они, в принципе, гуд. Так, давайте вороненую кольчугу. Гиганту Ани вороненую кольчугу рубаху. Снижает ловкость. Но они все равно силой дерутся, поэтому нормально. Зато их пробивать будет сложнее намного. Вот эту вот кожаную водолазку мастерскую можно... А, нет, нельзя. Нельзя отдать чувакам, которым с руками сражаются. Так, штаны всем перекинул. Самурайские штаны. Вот это что? Святой накрудник, но это неинтересно. Так, но эти мечи просто банально дорого стоят, поэтому я их на продажу возьму. На дате вот 13 тысяч, по 4 тысячи, то есть супер кайф. Опа, мастерская юбочка. Так, здесь вот у нас некачественная.
Меняем ее на мастерскую. Бам, нахуй. Кайф. Так, тоже вот 9000 на продажу. 2000. Косарь. Так. Подождите, давайте мы их отведем куда-то вот сюда, потому что я теряюсь немножко. Ноги разведчика имба. При двух майских ногах у меня получается развивать скорость 50 миль в час в 100 атлетики. Так а в чем имбовость большой скорости? Я просто не очень понимаю. Наверное. Ну, допустим, вот у тебя скорость 50 миль в час. И чё? Так, нитка с катами. Сюда. Латные обноски. Подожди, плюс 4 боевые искусства. То есть есть латы, которые боевые искусства повышают. Но они режут ловкость и защиту в ближнем бою. Ну ты быстрый. Ну а в чем имбовость? Ну быстрый, и чё? Яйца можно красить, их и так можно красить. Так, штаны самурая, боевой тесак. Бля, ну мы отомстили, чуваки, мы отомстили, это самое главное. Ну, конечно, жестко, жестко. Я так обосрался, что я потеряю один палец своей руки. Но в итоге все обошлось. Повезло, повезло, как говорится. О! Найс. Брюки, блядь. Так, обноски ниндзя. Ну, хуйня. Еще одна вороненая кольчуга. Но у нас у всех уже хорошие рубахи. Мастерская, мастерская. Качественная, которая жестко бафает. Режет немножко ловкость, но это похуй. Так, здесь тоже режет немножко ловкость. Но главное, что защищает. Вот то, что у меня режет ловкость, это нехорошо. Потому что я же катаной дерусь. А катана от ловкости. Но там режет на 10% как бы, но... Все равно не очень приятно, если честно. Ебать, просто хавали чувачков. Да, местечко супер неприятное. Но смотрите, как у них тут неплохо. Научный стенд 6 уровня. Как людоеды дошли до научного стенда, блядь, 6 уровня? Кто-то мне скажет? Хоть один человек в мире. Людоеды. Людоеды. Еще раз повторяюсь. Босс ищи среди трупов. Он встал, ебать, ты че, дурак? Вот насчет рубашки у Сниджа не уверен. Ну хотя ладно, 10% не так страшно. В итоге у меня атака только на 10 режется. То есть, в принципе, это нормально. Зато у нас защита ебанутая, это хорошо. Потом все равно мейта пушки будем находить. Там 5 мейта пушек будет в игре, каждому из пальца. Хотя нет, мне 3 всего надо, остальные руками дерутся. Так, вот рецепт шелушильни мне нужен. Но это в любом случае не главный босс, людоед, мне кажется, был. То есть это просто такая лока, где куча этих людоедов. О, книжка какая-то на полу. Нужно понять, где... А, вот, это, кстати, прикольная тема, как они выстроили здесь. Это просто кек. Надо понять, где живут людоеды. Ну, слушайте, вот это все равнины людоедов. То есть, ну, логично, что где-то здесь есть самый большой батя-людоед, у которого рецепт шелушильни, который мне необходим, как бы. Так, ну все, здесь на нас уже точно никто не нападет, я так понимаю, да? Мы можем восстановиться. Сгонять к отшельникам, продать то, что мы насобирали. Но, кстати, кайф, что теперь ты играешь в другие игры. Я благодаря этому для себя много интересных игр для себя открыл. Ты классный стример. Приятно смотреть за твоим развитием, ведь вместе с тобой развиваюсь, и я твой подписчик. Кайф. Я рад. Спасибо большое. Так, давайте вернемся вот сюда вот.
по фастику. Восстановимся. Опа, куда ползешь, братишка? Сори, что сдох. Так, куда они бегут все? Вы поняли? Просто лежим, никого не трогаем. Бац! Бац! И все, это сдох. То есть тут надо быть супер аккуратным. Как они вообще дали их утащить, я не понимаю. Как это возможно? Так, смотрим по навыкам. Ну это пиздец, это просто уничтожитель. Толя, тебя наебали. Да, я понял. Я и не искал здесь шелушильни, я просто посмотрел. Так, все нормально, успокойтесь, ребят. Так, здесь у нас боевые искусства 43, то есть 53 уже. Навыки, в принципе, все одинаковые, то есть он разваливает. Здесь у нас боевые искусства 32 уже у Бипа, то есть 40. У крошки Airfab, ну у него, кстати, все плохо почему-то. Минус 14 за счет шмоток, то есть он мало довольно-таки урона наносит. Но ему нужно прокачать больше тяжелого оружия. Гиганта Ани нормально. Там два ящика за научным стендом. Ну, сейчас посмотрим, что там за два ящика за научным стендом. Добыча. Ой. Блять, что это за Джорджа референс какой-то, нахуй? Че он здесь стоит? Стоит атлетики с двумя ногами разведчика. Челика можно отправлять курьером по всей карте. Ну и банальная разведка, можно один несколько раз другого в 3х бегать. Я понял. Это жесть, я вообще тут супер не ожидал какого-то техохотника Шека, блядь, чё? Атака 80, типа, прикиньте. Но он как бы френдли, все нормально. Я просто испугался. Чё он здесь стоял-то вообще, я не понял. А, да, в натуре, вот здесь за стендом два ящика. Он еще так смешно стоит, блядь, это жесть, просто стоит и ничего не делает. О, не зря, не зря. О, повезло, повезло. Жестко. А чё он там стоит, я вообще не понимаю. Странный тип какой-то. Он ждет воина, который примет его вызов. Не, он слишком сильный пока. Я не готов принять его вызов. Но когда-нибудь приму. Легендарный штат. А, это я у вождя украл. Уф. Балдеж. Так, все, сейчас они подвосстановятся. Слушайте, далеко отсюда до... Мне нужно... Я, в принципе, сейчас уже могу купить себе в Черной пустыне, во-первых, все эти книжки. Мы продадимся. Слушайте, наверное, так мы и поступим. О, пожди нахуй. А как это? Тут где-то яйца рядом есть? Да ладно. Подожди-ка. Ну все, хватит дрыхнуть, вставайте нахуй. Да, это я. Не могу перестать пялиться на старый кусочек вяленого хряща, застрявший у тебя в роге. Как ты вообще умудрилась так его подцепить? Так. Поехали. Клювастые твари — это фри прокачка. Тем более, если там у них где-то яйца есть. Ебать. Кого они жрут так жестко? Так, ну смотрите, если здесь клювастые твари, но очевидно, где-то здесь рядом яйца. Это было не всегда. Мы не знаем, почему у северо-западных внезапно развился вкус к человеческому мясу. А, это после того, как мы зачистили мясной лагерь, да? Так, давайте клювастым наебашим. Так. Да, конечно. Катанами по клювастым урон не такой сильный, как
с помощью солнца, или как там это называется, оружие? Падающее солнце, да. Бля, Бип, да как так-то нахуй? Ты же рука с Ниджа, блядь. Бро, рука с Ниджа не должен так себя вести, блядь. Сколько у тебя стойкости вообще? 44. Ну хоть бери и в латы его одевай, реально, он слишком быстро отлетает. Так, а где здесь логово? Если здесь были клювастые твари, но очевидно, где-то рядом должно быть логово. Видите, все хромают, чтобы помочь ему. У него правая нога 6. Так, давайте я ему шину наложу. У меня же была шина, нет? Видимо, и так. А, это я не на него нажал, подожди. Подожди. О, все, бегут, бегут, нормал. Пиздец, ненавижу эту супер темноту. Давайте в деревню очепенцев. Наверное, потому что не вижу я здесь логово. Возможно, просто эти клювастые твари по дороге как-то забежали сюда, не знаю. Но логово зачищено. Там было очень много людоедов. Очень. Так. Тебе нужно в дом кожи и по стелсу украсть рецепт шелушильни. Да не, мы будем драться. Дом кожи, блядь, пиздец. Че за жесть? Будем драться. Никакого стелса, нахуй. Я знаю, что там в доме кожи серьезные ребята. Но мы дадим им бой. Так, а че он так стартанул? Я не понял. Мы вроде... Вроде вместе бежим, нет? Опа. Козлы дерутся с людоедами, что ли? Да, с тощими. Ну, блин, мы на тощих людоедов даже время терять не будем. Вернулся домой спустя сотни тысяч лет. Со своей бандой уже, как вы понимаете. Я думаю, скоро мы реально сможем уже спокойно ловить... большие отряды и расхуяривать их. Так, давайте мы сейчас наших пацанов, которые покоцанные, положим. Бля, тут они спят уже все, бля. 6 утра, просыпайтесь, алло. Любит поспать ниндзя, как бы. Бип скоро станет скелетом. Ну вот, когда шелушильню своруем, то да. Возможно, я эти два протеза оставлю. Бип будет бегать быстро. Не, хотя нет. М-м. Я лучше возьму все это на боевые искусства. Вот вы рецепт шелушильни в звонком мраке. Там база в горах находится. Звонкий мрак. Так, верещащий лес. Мочалка, северный берег. Пурпурные пески. Право низ. Ебать, вот сюда нужно идти? Я там не был еще ни разу. Я даже не знаю, что это за города, блядь. Ну, шелушильня мне нужна, будем пытаться понять. Так, сюда ложись. Че, гиганта Ани еды, что ли, нету? Бля, они разве не должны между собой еду передавать? Ну, вот чел, вот тут у робота, блядь, два пака хавчика. Алло. Все. Короче, много. Много дел, куда нужно пойти в итоге. Я думаю, начать стоит с того, чтобы сбегать за мрачного. В соло чисто сгонять. Так, бля. В соло сгонять в черную пустыню. Купить там на все бабки, которые у нас будут, какого-то там, во-первых, книжек. Синих. Потом еще рецепты, чтобы скелет на эти сделать. И нужно задумываться уже о том, чтобы базу свою создать. Вот.
Поэтому смотрите, на следующем стриме я побегу здесь, куплю все, что мне нужно, продам, во-первых, все свои товары, и потом мы, возможно, пойдем уже в звонкий мрак за шелушильней. Либо же пойдем грабить караваны святой нации. Нужно определиться с тем, где у нас будет база. И дел, короче, максимально много, дамы и господа. Ну, сегодня короткий стрим, уж простите, сколько я постримил, там, 5 часов, да. Ну, хотя нет, почему, 4:20, 4:30. Не так и мало. В общем, завтра мы все продадим, и завтра должен быть экшон, по идее, потому что я пойду туда, где я ни разу не был, короче. Нужно задумываться тоже над базой, но мы выносим, мы реально выносим. Во-первых, мы отомстили, наконец-то, людоедам, которые изначально на меня напали. Мы приоделись все полностью, и мы как бы готовы разъебывать, по идее. Нужно будет посортировать инвентарь, все продать лишнее, скинуть, опять же, переобуться, переодеться и пойти дальше по приключениям. Становиться сильнее, разъебывать новых противников. Во-первых, по дороге здесь вот развалины, в которых я не был ни разу, как бы. Много еще всего стоит исследовать, создавать базу, дел еще уйма. Спасибо всем огромное за донаты, за подписки. До завтра, дамы и господа.